Фотовыставка Дмитрия Илюшина «Любимый край и нелюбимый город» открыта в музее «Симбирская фотография». Работы истинного патриота нашей малой родины не несут в себе никаких провокаций, мысли о которых могут появиться при прочтении необычного названия. По словам художника, городской пейзаж современного Ульяновска далек от его эстетических идеалов. Но автор не выпячивает недостатки. В его видении город разный. На самом деле выставка, пусть название немножко провокационное, «Любимый край и нелюбимый город». Но я на самом деле могу сказать, что я имею право так говорить, потому что я уроженец этого города, и город этот знаю очень хорошо. Почему «Любимый край»? Это достаточно просто. Я достаточно много путешествую по Ульяновской области, вожу экскурсии, и уже всем доказал, что красота Ульяновского края – это действительно тот шедевр, который и тот потенциал туристический, который никто серьезно до сих пор не воспринимает. Фотограф считает, что в городском пейзаже нет постепенного развития, всегда скачки. Например, дореволюционное в хорошем смысле слово захолустье разбавлено современными высотками. А в центре вместо памятников архитектуры – урбанистические здания гостиницы, университета, мемориального центра. Памятники случайным людям в судьбе Симбирска. Люди, которые просто здесь этот город посетили, им ставят памятники. Это памятник Суворову, это памятник Капелю. Это памятник Пушкин. Они просто проезжали мимо этого города, им ставят памятники. Но это же бред. Или тот же самый арена в честь футболиста Яшина, который сыграл один раз. Не Афанасенко, который прожил на этой арене полжизни. Художник недоволен тем, что многие имена тех, кто жил в нашем городе и принес многое в мировую культуру и науку, подчас просто забыты. Но, как у любого творческого и позитивного человека, у Дмитрия есть любимые места в Ульяновске. А любимый памятник – букве «Ё». Выставка интересна не только туристам, но и коренным жителям. Ульяновцы любят, приезжие очень любят смотреть, когда им показываешь старинные фотографии, это одно, когда показываешь уже современные фотографии, совершенно другое. Они тоже видят наш город, например, есть эту выставку, наш город с другой стороны. Очень всем нравится наша область. В своих работах фотограф сравнивает красоту, простор и гармонию природы нашего края с городскими пейзажами. Приятно, что автор способен показать красиво и то, что любит, и то, что ему не по сердцу. Зритель и только зритель будет давать оценку городу и краю. Вы можете посетить выставку до 6 ноября. Двери музея открыты для пытливых. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.